Николай Цуканов побывал в городской больнице номер 6. По информации регионального Минздрава, в прошлом году здесь провели масштабный ремонт и закупили новое оборудование. Следующая точка – Челябинский цинковый завод. Он является единственным производителем этого металла в России. Полпреду рассказали, в настоящее время выбросы предприятия сократились более чем на 20% и составляют почти в 3 раза меньше разрешенного объема. На долю завода приходится около 1% от общего объема выбросов в Челябинске. Еще один объект организации по изготовлению геотекстиля, синтепона, тепланита и других материалов здесь также предоставляют услуги по переработке вторичных ресурсов. В ходе посещения объектов Николай Цуканов уделил особенное внимание вопросам экологии. Сегодня их обсудят в формате расширенного совещания в региональном правительстве.